Друзья, всех приветствую. Сегодня сделаем такое небольшое лайтовенькое испытание трактора, скажем так, на тягу. Решил немножко к зиме навести порядок во дворе. Вот, перетянем вот этот вот старый корабельный дизель весом где-то около 350 килограмм немножко в другое место. Но он неподъемный. Придется потрудиться трактору. Также хочу немножко передвинуть бусик, потому что сейчас в нем нету стартера. Стартер одолжил товарищ. Вот, ну как бы здесь надо будет покосить траву на даче, то есть, ну, немножко подготовить двор к зиме. Бусик стоит, как бы не хочу его покоцать камушками, осколками, так что сейчас будем заводиться и попробуем. Попробуем, наверное, сразу на штатной передаче, как пойдет потом на понижаечке. Вот. Ладно тогда, будем зацепляться. А, еще отвечу как бы на комменты. Трактор ужасно дымит, потому что полумертвые форсунки стоят. Одна форсунка, в ней наглухо практически заклинил распылитель, поэтому на многих видео такое чувство, что стучит двигатель. Вот. Ну, как бы и форсунки в целом все не в очень хорошем состоянии. Я уже заказал комплект форсунок, но неизвестно, когда они придут. Так что делаем поправочку на это. Ну, как бы мотор из хлама, в принципе, сколько он лежал в сарае у человека, неизвестно. В принципе, был куплен за 50 долларов. Я думаю, что особо чудес от него ждать не приходилось. Как бы попоршневой мотор отличный. Я поменял маслосъемные колпачки. Втулки направляющие ничего не разбито, поэтому чисто дело в топливной системе. Поэтому как-то так, делаем поправочку на это. Ладно тогда, зацепляемся и работаем.
что, ребят, все отлично прошло. Перетянул я ту железяку на консервацию для зимнего хранения. Хотя тут метров 10, но весит эта железяка нереально. Трактор вообще молодец. Справился без напряга. Вот. Я даже понижайку не включал. То есть просто на штатной передаче, можно сказать, на холостых чуть-чуть подгазовывал. Вообще отлично. Даже кое-где пробуксовывал, там уперся в этот в профиль железный. Так что вообще отлично. Ну, сейчас немножко бусик еще подтяну. Ну, с бусом, я думаю, вообще будет все на лайте. Ну, я доволен. Тяга трактора хорошая. Ну что, ребят, как итог, в принципе, такие легенькие тягловые испытания. Трактор справился отлично, вообще вопросов нет. А я пока занимаюсь уборкой во дворе. Немножко сегодня он помог. Ну, в будущем, конечно, буду делать погрузчик, чтобы подобной дичью не маяться, волоком тягать. Ну, как бы в моих делах очень будет нужная и незаменимая вещь. Ну, пока на этом все. Всем спасибо за внимание и до новых роликов.